Ковид – не явление, а феномен. Сегодня, оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что пандемия изменила привычный мировой порядок, оказав свое влияние на разные области жизни. Именно поэтому коронавирус оказался в фокусе внимания даже социогуманитарных наук. Шестеро научных работников Адыгейского госуниверситета занимались исследованием коронавирусных тенденций с самого момента объявления пандемии. И темой было выбрано взаимодействие власти и общества в Адыгее и Краснодарском крае в такой непростой период. В данной монографии мы не только исследовали результаты социологических опросов населения двух регионов Юга России, но и на основе исследования различных факторов интеграции и дезинтеграции региональных сообществ сделали ряд рекомендаций органам региональной власти. В рамках монографии исследованы вопросы, связанные с ресурсом доверия к власти и сплоченности населения. Основными принципами работы власти, соотношения, взаимодействия между властью и обществом являются диалог. Я бы, если бы писала с большой буквы, написала бы открытость, доверие, и все это дает взаимопонимание. Такая тема была выбрана не случайно. Пандемия послужила своеобразным лакмусом для оценки уровня взаимодействия власти и общества. И авторы не могли упустить такой шанс. Еще в начале исследования была построена гипотеза о том, что высокий уровень неопределенности влияет на степень сплоченности общества. И эту гипотезу в процессе им удалось подтвердить. Ситуации с высокой степенью неопределенности разного типа, не обязательно вызванные пандемией. И тот вывод, к которому мы пришли, о том, что вот такая неопределенность, такая степень неустойчивости общества в какой-то момент способствует повышению сплоченности, это вот серьезный вывод. На пандемии проэкспериментировали, исследовали, но понимаем, что эти механизмы работающие. Эти рекомендации работают в любой ситуации, подтверждая вот слова коллег, где нужно проверить вот эту связку общества, власть, государство. Монография «COVID-19 как вызов власти и обществу» – один из соискателей Госпремии в области науки. Напомню, также представлены книги, программы и проекты в областях литературы и искусства. Елена Юсов, Алексей Свеженцев, «Вести», Адыгея.